детской школы Grand Model и инсташкола. И, конечно же, мне хотелось представить наших участниц, которые сейчас показывают нам дефиле. Педагогу по дефиле, подиумному шагу и стилю фэшн-индустрии Анастасия Козма. На самом деле, немного скажу о модельной школе, которая действительно внесла небольшой вклад в мою жизнь. Благодаря ей я смогла чувствовать себя более уверенной, смогла как-то самоутвердиться и даже избавиться от таких либо комплексов и страхов. Я думаю, что с детства каждая девочка мечтает стать моделью или принцессой. И я помогу ощутить себя на подиуме моделями и почувствовать себя принцессами. Согласитесь, что подиумный шаг и, в принципе, дефиле является неотъемлемой частью для создания индивидуального образа. Профессионал фотографии, и это педагог по фотопозированию. Встречаем Диана Дяшева. Ваши бурные аплодисменты. Всем добрый вечер. Меня зовут Диана Дяшева. Я профессионально занимаюсь фотографией на протяжении 4 лет. Узко специализируюсь на фэшн-фотографии. Являюсь автором персональных фотовыставок. И также я вошла в топ востребованных фотографов в редакции «Пульс Прайм» и в состав членов жюри международного модельного конкурса «Grand Model of the World». Итак, преподаю я «Grand Model» уже как 2 года, и хочу сказать, что за это время мы выпустили большое количество профессиональных и уверенных в себе моделей. «Grand Model» — замечательные педагоги. Что же делаем мы с моделями на наших часах по фотопозированию? В первую очередь мы учимся чувствовать себя комфортно, воспитываем вкус, составляем модборды, изучаем профессиональные термины, проявляем свой творческий потенциал. Смотрите, давайте наши фотографы и видеооператоры запечатлят. Держи вот этот ключик, он тебе. У тебя друзей много? Много. Вот ты забирай всех друзей, и вы пойдете поиграете в квест-комнату. Так, да, давай. Крути, крути барабан. 34. Есть у кого? У тебя 34. Ну, молодец. А ты с мамой пришла, с папой? И с мамой, и папой. Прекрасно. Вот ты какой выиграла маме подарок. Сертификат. Моника, ты хотела выиграть этот сертификат? Да, ты прям мечтала, я прям видела, как ты мечтала. Давайте поздравим Монику! Она выиграла у нас сертификат! Екатерина у нас выиграла сертификат на посещение скалодрома. Билет на новогоднюю елку от скалодрома «Работница». Наш новый продукт, наша новая школа – это инсташкола. Какие есть варианты монетизации? Первый и самый основной, вообще, в принципе, для чего создавалась эта социальная сеть – это блогерство. Второе – это продвижение себя как эксперта, так называемый личный бренд. Третье – это офлайн и онлайн бизнес. И четвертое – это SMM и все его производные. И еще сейчас очень важно, как никогда, разбираться в основах правильного питания в 21 веке, потому что многое то, что продается в магазинах, вообще едой назвать нельзя. Вы понимаете, быстро думаете, что это даже булочки, что-нибудь такое, что мы быстро возвращаемся, да? Но по факту, что максимально это полезно для нашей фигуры.
невероятный шанс увидеть весь мир, поработать со всеми популярными брендами. Вот. И спустя тоже 3 месяца, как я прилетела, я улетела в Гуанчжоу. Там я пробыла 2 месяца. Пригласить топ-визажиста и стилиста по прическам. Направление визаж. Одна девушка сказала, что у нее есть некоторые проблемы с кожей, есть аллергия на что-то. И поэтому, когда приходит визажист, она может посмотреть на линейку ее косметики и сказать, что то или иное средство не нужно наносить, дабы избежать различных аллергических реакций. You had to come.